Друзья, всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале о вязании. Сегодня у нас будет полезное видео по вязанию ложной кетлевки. Вот так выглядит она с лицевой стороны, вот так с изнаночки. Способ очень простой, но результат, мне кажется, отличный получается. Очень аккуратная она получается. Также видео мастер-класс по вязанию двойной эластичной горловины у меня есть на канале. Ссылочку я вам прикрепляю под видео. А сегодня у нас с вами ложная кетлевка. Данный образец я вязала 100% мериносовой шерсти с метражом 50 граммов 90 метров. Спицы номер 4. Количество петель должно у нас быть кратно 2. То есть, да, после вот резиночки мы начинаем провязывать. И давайте приступим к вязанию. Первый ряд. Первую петлю провязываем лицевой, делаем накид. Повторяем. Лицевая, накид. Лицевая, накид. Лицевая, накид. Лицевая, накид. И так продолжаем с вами провязывать до конца ряда. Второй ряд. Лицевую петлю снимаем, не провязывая нить за работой, изнаночную провязываем скрещенной изнаночной петлей. Повторяем. Лицевую снимаем, не провязывая нить за работой, изнаночную провязываем вот за эту стенку скрещенной изнаночной петлей. Лицевую снимаем, изнаночную провязываем скрещенной изнаночной петлей. И так продолжаем до конца ряда. Третий ряд. Лицевую мы провязываем лицевой, изнаночную снимаем, не провязывая нить перед работой. Лицевая, изнаночную снимаем, не провязывая нить перед работой. Лицевая, изнаночную снимаем, не провязывая нить перед работой. Лицевая, изнаночную снимаем, не провязывая нить перед работой. Повторяем тогда конца ряда. Четвертый ряд. В четвертом ряду мы лицевую снимаем, не провязывая нить за работой. Одна изнаночная. Повторяем. Лицевую снимаем, не провязывая нить за работой. Одна изнаночная. Лицевую снимаем, изнаночную провязываем. Лицевую снимаем нить за работой, изнаночную провязываем. И так провязываем с вами до конца ряда. Пятый ряд. В пятом ряду мы лицевую петлю провязываем, изнаночную снимаем, не провязывая нить перед работой. Лицевую провязываем, изнаночную снимаем, не провязывая нить перед работой. Лицевая, изнаночную снимаем, не провязывая нить перед работой. И так продолжаем провязывать с вами до конца ряда. Шестой ряд. Шестой ряд у нас заключительный. В шестом ряду мы провязываем лицевую вместе с изнаночной, изнаночной петлей. Вот таким образом. То есть лицевую вместе с изнаночной. За передние стеночки изнаночной петлей. Лицевую с изнаночной провязываем вместе изнаночной петлей. И так до конца ряда. Ну вот мы закончили с вами шестой ряд. Вышли на то же количество петель. Вот такой замечательный результат у нас с вами получился. Вот так выглядит с изнаночки. На этом все. Надеюсь, видео вам понравилось и было полезным. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Включайте уведомления о новых публикациях. Также приглашаю вас в свое сообщество в группе ВКонтакте и на Яндекс.Дзен. Ссылки оставляю под видео. Присоединяйтесь, всем буду очень рада. Всем всего доброго, ровных 7 петелек и до новых встреч!